Всем привет, дорогие друзья, с вами First One, а это очередной выпуск, посвященный игре Блокада. Итак, друзья, мне сейчас стали постоянно писать: 1.1, сними обновление в Блокаде. Ну и какое обновление? Обновление, конечно, в том, что у нас появился арбалет, появилась катана и что-то еще. И все хотят, чтобы я снял этот арбалет. Ну, меня это маленько поражает, потому что, ну, нету у меня монет, чтобы, там, просто так взять, купить арбалет и снять. И тратить свои деньги я на это тоже не намерен. Единственное, что вот нам недавно прислал Данил Мельников 7 голосов, и, ну, как бы, благодаря этому мы, в принципе, сможем их потратить, и, я думаю, нам хватит, ну, на катану, на арбалет нам точно не хватит, но хотя бы с катаной мы сможем снять видео. Кстати, у Данила есть свой клан, называется Ripcore, и клан 15 уровня, глава сам 37 уровня, так что, кого заинтересовало, вступайте, но главное, чтобы вы тоже там были не совсем тюфиками, чтобы могли как-то клан поднять еще выше. Так, ну а я, наверное, сейчас за кадром перекину эти голоса в монеты, да, у нас выйдет, что там, примерно 30 монет, ну, на катану должно хватить. Да, вот, смотрите, у нас 5 голосов это 20 монет, и еще, да, 2 по 4, то есть 2 по 1 голосу, это 2 по 4, 8, 28, ну, еще плюс 2, как раз 30 и будет. А, ну вот и все, друзья, отлично, у нас есть 30 голосов, теперь мы зайдем в магазин, прикупим себе катану, я уж не знаю, да, тут все, ключ гаечный, труба, булава, теперь катана, дальше, наверное, только уже джедайский меч вводить в игру, и все, на этом можно остановиться. Так, ну ладно, берем катану, покупаем, отлично, ну и теперь отправляемся, выбираем сервер для игры. Так, я думаю, что-нибудь такое, ну, на битве. А, ну вообще, не, почему на битве? На резню сразу отправимся, конечно же, на резню. Ни разу не снимал выпуски на резне, не особо их люблю, но сейчас попробуем. Так, о, смотрите, тут как-то по-новому выглядит выбор команды. Там могу за синих, да. Лопата. Холодная, первичная, вторичная. Ну какая лопата? Какая может быть лопата? Ладно, давайте в бой, а там уже будем меняться. Как тут катану взять? Друзья, почему я не могу взять катану? Почему я бегаю с лопатой? Так, ну я кого-то тем не менее убил. Привет, да блин, друг. Так, отлично, два фрага. Три фрага. Так, ну это три фрага с лопатой. Я хочу... чертов... Я хочу чертову катану. Почему лопата? Где вообще все мое оружие? Так, нет, мне это не нравится. Давайте выйдем в меню. Иногда, я помню, у нас раньше такое бывало, что оружие не срабатывало. Так, сейчас выйду. А то кроме лопаты и взять тут нечего. Да, какой-то глюк. А, так, ну вот, друзья, я вышел. Так, рюкзак. Вот, в рюкзаке у нас все есть. Тут тоже что-то глючит. Смотрите, у него все в руках, что у нас есть, видать. У этого парня вот просто в руках все оружие мира. Все оружие, которое у нас есть. Ну что ж, симпатично. Выглядит. Так, ладно, выбираем сервера. Опять же, резня. Похоже, первый блин у нас комом. Вот, безумие. Так, мы будем на этот раз за красных. Во, вот теперь все нормально, да? Теперь берем катану. И все, и отправляемся в бой. Вот теперь я самурай. Я мастер, просто ниндзя. Да блин. Слушайте, а катана? Катана, она бьет так довольно-таки... Так, кто-то меня там убил. Бьет довольно редко, да, вот. Редко, но метко. И тут все бегают с катанами. Все решили опробовать катану в бою. Так, здесь есть кто? Где все эти синие появляются? Вот они где. Ну-ка, иди ко мне на низ. Кто ко мне на площадку? Кто на меня? Блин, похоже, никто на меня. Зря я сюда спрыгнул. Здесь никого нету. Пойдемте, вон там синий есть. Давайте его сейчас догоним. Блин.
А он нас ждал в этом проходе. Ну, молодец. А вот мы его не убили. Так, пойдемте вон. Тайными тропами. Так, это вообще не то. Не то, что нам надо. Нам сюда не надо. Ну, кого-то убили и что-то сразу нас зарешали. У нас такой счет 4-3. Я вообще не мастер ближнего боя. Я вообще не мастер боя. И что-то у меня маленько подтормаживает. Привет, друг. Так, пойдемте вон. Там синие нанизу. Да ё-моё. Ёшкин, ты матрёшкин-то. Что ж ты творить-то будешь? Так, давайте еще. Привет, друг. На нашей базе тут кто-то оказался вдруг. Блин, упал. О! Друг, стой! Мне надо с тобой сразиться. Отлично. Кто еще? Кто еще на низ? Кто на меня? Ну-ка, спускайтесь. У нас тут гладиаторские разборки будут. Блин, парень остался без кепки, но он меня с ножа заколол. Просто у меня катана, у него нож, а он меня заколол. Это вообще не по правилам. Это нехорошо. Так, все, я отсюда уматываю. Они за мной, вдвоем. Эти два самурая меня одолели. Так, ладно, счет плохой, счет 8-6. Почему я не могу, знаете, так мастерски, как другие, там, набить 20 фрагов и еще ни разу не помереть? Да, почему я не такой крутой? Давайте я как птица в полете прыгаю с неба. Я Мухаммед круче всех в Брюс Ли. Тут парень с лопатой скачет, его убивает кто-то другой незатейливо. А я бегал, смотрел, зевал по сторонам. Так, вот еще один синий. Еще одна синяя. Так, теряет шапку. А мы берем катану в охапку и поднимаемся наверх. Там наверху нас ждет орех, наверное. Да, вот он. Крепкий орешек. Отлично. Но мы его раскололи. У нас, правда, здоровья не осталось. У нас, кстати, есть вот такая читерская штука. Еще остался подарок. Да, я уж не помню. То ли за Новый год, то ли за что-то еще. Так. Вот он синий. Блин. Вот мы спрыгнули, да? Мы тогда долго ползли наверх, чтобы спрыгнуть и не убить еще. Так, давайте подождем. Кто тут к нам придет сейчас? Кто-нибудь же прилетит сверху? Никого нету. Ладно, пойдемте тогда еще раз наверх. Поднимемся. Тут, кстати, прикольно так уровень сделан, что две лестницы наверх. О, и вон там синий шел. Так, отлично. Читерские аптечки. Ты ёшкин, ты мой ёшкин. Где мое оружие? Блин, я даже забыл, на какую кнопку оружие-то доставать. Замешкался. Так, где? На четверку, да? На двойку, вот. Да блин, что же я по тебе не попадаю? Где наши враги? Ребята, где враги наши? Блин, вот я его не ударил. Не, надо учиться обращаться с катаной, надо бить вовремя, да? А то я привык, как, знаете, как с каким-нибудь топором. Просто бьешь, авось попадешь. А тут надо делать удар в нужный момент. Вот именно когда голова врага перед тобой появляется, тогда и бить. Так. Кого-то мы там успели. Так, ну что у нас со счетом? Мы маленько выправляемся. 14-8, да, мы учимся драться по пути. Мы проходим путь самурая. Тут главное спокойствие. Главное уверенность в себе. И незаметно подкрасться к врагу вот так со спины. Так, и слушайте, мы двоих убили или одного? Мне кажется, мы убили, да, двоих, но... Ну и нас убили как-то мы там. Так.
Отлично, самурай. Путь бабочки, затаившийся дракон, ничего нас не спасает. Так, ладно. Главное, чтобы катана была продолжением нашей руки. Мы должны сродниться с катаной. А, оружие. Это я. Я это оружие. Блин. И зачем я все это говорил, чтобы вот так выйти и умереть нелепо? Нет, друзья, это вообще никуда не годится. Давайте. Фух, выдохнули. Нам надо открыть свою чакру. Надо подготовиться к бою. Ветер несет меня на своих парах. Так, я сам ветер. Я орел, я птица, да, летящая на крыльях ночи, блин, не знаю. Вот, заходим в спину. Неожиданный удар в голову. Бьем второго. Так. Не делать резких движений. Бить только тогда, когда враг перед тобой. Блин, ну и опять все не мое. Вот, отлично, мой фраг. Так, ладно, здесь мы, кажется, навеселились. Отправляемся на нижние ярусы. Вижу цель. Двигаюсь к цели. Блин. Отлично, один этот вообще стоит. Его можно даже с лопаты за... Да ё-моё. И кто меня, он что ли убил? Нет, он с катаной. Меня кто-то в спину убил. Надо всегда прикрывать тылы, надо следить за собой, надо отрастить глаза на затылке. Вот, вот этому парню. У него они, кажется, были, он начал даже поворачиваться. Он что-то заметил неладное, но мы его успели убить. Так, ладно, поднимаемся выше. Все выше и выше и выше. Стремимся мы, чтобы врага убить. Так, это свой? Это свой, это красный тип. Красных я люблю, как помидоры, синих, как вода, я не люблю. Синих убиваю я за то лишь, что они как сопли, я не знаю. За то, что они просто синие. Все, я буду здесь жить. Буду здесь жить. Тут постоянно появляются какие-то АФКшники. Можно вот так. Вышел, убил, отошел, ушел из поля зрения. Блин, упал. Ну, с кем не бывает. Да не знаю, много с кем не бывает, а вот со мной бывает. Так, ладно, мы снова идем. Убиваем. Тут еще один, второй. Так, у этого бессмертие. Все, убегаем. Убегаем. Так, кто-нибудь к нам валится? Вот еще один АФКшник. Не, это строитель. Не АФКшник, он тут что-то строил. Нет, он просто какой-то ерундой занимается. Блин, он меня еще убил. Как? Или за мной кто-то опять бежал? Я просто не верю, что он меня убил, потому что он ко мне спиной стоял и так не мог он меня так вовремя убить. Нет. Просто за мной кто-то шел. Кто-то шел по моим пятам. Где этот? Вот. Отлично. Ладно, спустимся на самое дно. Туда, где раки. Раки на дне. Отлично, вижу. Вижу цель. Вижу ориентир. Блин. Спасу мир. Отлично. Еще один. Стой, стой, стой. Иди сюда. Обернись. Вот он я. Отлично. Не, катана, катана вещь. Катана вещь. Катана творит чудеса. У нас уже 29 фрагов. Мы поднимаемся. Мы в красной команде. Красная команда ведет. За нами враг с дубиной. Привет. Отлично. У нас только каски нет, а так у нас полное здоровье. Мы полны сил. Да, друзья, мы полны сил. Решимость в наших глазах. Катана в наших руках. Врагов не спасет Аллах. Отлично. Вон, вижу еще одного противника. И на него накидываются наши, но за мной. Я уже отрастил глаза на затылке. Вы заметили? Да, я просто чувствовал, что кто-то был обязан заметить меня. Спуститься ко мне и отправиться за мной в погоню. Отлично, еще один, плюс 7. Ребята, ну наконец-то мы получили ту игру. Наконец-то я сродился с моей катаной. Я вошел во вкус, я чувствую кровь, я чувствую запах крови. Я не отпускаю врага. Я не даю врагам просто так спокойно бегать. Я сразу, как только вижу жертву, как только я вижу жертву, кровь закипает во мне. Инстинкты работают, мышцы напрягаются. Но при этом я спокоен и хладнокровен. Я не чувствую ни добра, ни зла. Я всего лишь орудие возмездия. Так, тут какие-то АФКшники стоят. На них тоже прикольно делать фраги. Ну что, кто ко мне? Блин, этот парень меня просто с булавы забрал. У меня так все хорошо было, такая победная серия была. И тут хлоп, и все оборвалось. Так, кто ко мне? Отлично. Кто там вниз упал? Просто в полете падаем на жертву, а она уже умирает.
Она просто... Вы думаете, это вот тот парень, да, снизу его убил своей дубиной? Не тут-то было. Он просто видел, что мы летим на него. Его... Просто он от страха умер. Так, я, кажется, вот тут видел синего. И мне кажется. Так. Вон там вижу синего. Вижу синего. Преследую синего. Блин, это опять? Опять дубины меня забрали. Вот наверняка опять тот же парень. Слушайте, он тоже, он похоже. Я тут с катаной сроднился, да, он с дубиной. Вообще, какой у него счет? У него счет 16-15. Не такой хороший, да, как у нас. Не 36-15. Привет, катана. Блин. Ребята, просто после такой серии побед идут поражения одно за другим. Не, так не пойдет. Все. Беремся за ум. Блин, да что ж такое? А причем мы-то бились с парнем с дубиной, да? Ой, с парнем с лопатой. А нас убил парень с катаной. Это значит, что нас опять где-то сзади прижали. Ну и что, опять нас сзади догнали? Я надеялся, раз я за этим бегу. Не, ну я видел, что там кто-то еще был синий. Но я надеялся и этого догнать, убить. При этом, чтобы меня не догнали сзади. Так, все, лечимся. Лечимся, достаем катану. Блин, да как так? Как он меня достал? Слушайте, он меня правда достал. Смотрите, у него 27 на 7. Он как-то умеет, да? Он как-то подпрыгивает так и бьет сверху вниз. Вот его стиль. Давайте попробуем перенять. Бьем. Да ё-моё, опять вот этот парень. Нет, это другой парень. Меня вообще с дубины на этот раз убили. Но они тут одолели. Слушайте, у меня такой хороший счет был, такая серия побед, и все испортилось. Так, ладно, идем. Мы можем только АПКшников бить, вот таких вот. Все, это все, на что мы способны. Наша катана нас подвела. Давай, дубина, иди сюда. Блин. Вот, отлично. Есть клиент. Кто еще к нам? Опять он. Это опять он. Давай, подходи. Давай, я тебя не боюсь. Вот тебе. Кто ты следующий? Блин, я следующий. Ну ладно, я следующий. Так, следующий, спасибо, что заняли очередь для меня. Все, спасибо, все свободны. Так, у нас тут проход. Можно, кстати, и держать проход. Так, ну кого-то я там хотя бы заколбасил, но там такая каша была. И все хотели своих фрагов. Так, все, я буду сторожить проход. Я Гендальф, я никого... Блин, я не Гендальф, я явно не Гендальф. Так, у нас 435, нам чуть-чуть осталось до 500, нам надо додавить. Все, я держу проход, где враги? Ай, ладно, бог с ними, с врагами, мы пойдем... искать врагов в другом месте. Здорово, синий. Блин, а этот синий? Этот синий не наш. Зато вот тот синий. Отлично. Восстановимся маленько. Пополним свою жизненную силу. Энергии ЦИ. Отлично. Энергия ЦИ нам помогла. Сейчас. Блин. Ох ты, я ухожу. Я ухожу, кто за мной? Блин, сразу двое за мной. Двое на одного, это честно, когда воюют против меня, конечно. Я же гуру, я мастер. Я мастер отключать чат, когда туда говорят всякую ерунду. Я мастер держать свой меч. Я мастер болтать целую кучу ерунды без остановки. Блин. Сразу двое. Блин, опять двое на меня, и опять я. Ну я молодец, я хотя бы кого-то перед смертью успеваю забрать, да? Так, что тут за платформу синие застраивают? Сейчас мы тебе в гости придем, ты же не ожидал такой наглости, чтобы тебе еще кто-то сзади мог прийти. А я мог. Я мог еще вот этого парня убить. Еще я знаю, тут всякие ходы. Так, я как сокол в ясном небе. Сокол в ясном небе. Над врагами я парю и свой меч им прямо в бошку сейчас вонзю. А, это наш, это красный, да? Ну, того-то синего мы убили. Там что-то я, по-моему, двух синих видал, когда начинал свое движение по этому маршруту. Так обычно маршрутники говорят в нашем городе.
Я применяю сейчас тактику безостановочного болтания всякой ерунды. И благодаря этому наша команда выигрывает 466 к 443, но счет почти равный. Хотя нет, счет далеко не равный, но... Да блин, что-то моя мышка меня подводит. Или моя катана, какая мышка, о чем мы говорим, мы же самураи, какие мышки? Мышей у меня даже дома нету. Вот, отлично, первый фраг. Парень с ножом боится нас, а страх убивает. Вот, его и убил, его подвел его страх, не надо бояться. Отлично, три фрага, двигаемся выше, двигаемся дальше. Здесь кто, здесь никто, здесь я. Здесь я хозяин, здесь я командир. Так, не вижу врагов. Вижу двух синих. Вижу синих, сразу иду на синих. Знаете, никого не боюсь, никого не стесняюсь, ничего не жду. Как только вижу врага. Два, так два. Один, два, три, да? Так, лечимся. Достаем наш меч. Что, вы все трое на меня, да? Эх, нет, это был не лучший ход. Надо было отступать, надо было крутить, вертеть. Нет. Прямой бой против трех противников. Знаете, как это? Есть, да, допустим, ребята, которые очень хорошо дерутся. Ну, там, допустим, и на ножах умеют хорошо драться. Но они не полезут в битву против трех противников. Они попытаются как-то разделить силы. Как бы это все хорошо, когда в фильме, да, показывают, там, что один убил одного, второго, третьего, там, не побоялся. А на самом деле, друзья, я вот говорил с одним мастером единоборства, он, знаете, что сказал? Да я лучше убегу, если на меня выйдут, пускай даже неподготовленные трое парней с оружием, потому что просто так своей жизнью никто рисковать не намерен. Не, ну, конечно, если в угол зажмут, то придется драться. А так нет, все свою жизнь берегут. О, блин, я же видел, уже готовился встречать. Почему она оказалась быстрее? Почему эта девчонка оказалась быстрее? Никто не может быть быстрее меня. Я же ветер, я же орел, я сокол. Я падаю на спины наших врагов. Привет, друг. Вот, отлично. Блин, кто на этот раз? Этот парень или кто-то другой? Или тот, на которого я смотрел? Но он, мне кажется, был далеко, чтобы меня достать. Так, ладно, ребята, у нас 495, у нас скоро игра закончится, поэтому я уже сейчас попрощаюсь с вами. С вами был 1-101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, блин, всем пока. Всем пока, но всем пока, когда будет 500. Когда будет 500, и я должен хотя бы один из этих 500 сделать, да? Хотя бы один фраг обязан просто быть моим. Вон, я вижу в синих один поднимался. Там еще где-то второй был. Тоже поднимался по этой лестнице. Вот он. Это мой фраг. Это обязан быть моим фрагом. Где ты? Куда ты ушел? Зачем? Отлично. Блин, тут нанизу синих просто целая тьма. Ладно, у нас 4500. И это все, друзья. Это все? Нет, это не все. Тут что? Тут игра не до 500, да? Я привык играть в контру. А здесь там надо, наверное, 1000 фрагов или что-то в этом роде. Ну ладно, друзья, тем не менее, на этом я закончу. С вами был 1-101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. В общем, всем пока.